Мониторинг активности – это функция, собирающая данные о действиях программ на компьютере для последующего предоставления их другим компонентам антивируса для более эффективной защиты. По умолчанию опция «Мониторинг активности» включена и работает в оптимальном режиме. Для отключения данной функции в главном окне программы щелкните по ссылке «Настройка» и в разделе «Центр защиты» выберите пункт «Мониторинг активности». В центральной части окна снимите флажок с опцией «Включить мониторинг активности». Шаблоны опасного поведения программ представляют собой наборы действий программ, определяемых как опасные. В случае совпадения активности какой-либо программы с определенным шаблоном опасного поведения, компонент осуществляет заданное действие. Для выбора действия компонента в случае совпадения активности программы с шаблоном опасного поведения в главном окне программы щелкните по ссылке «Настройка» и в разделе «Центр защиты» выберите пункт «Мониторинг активности». Далее в блоке «Эвристический анализ» установите флажок «Использовать обновляемые шаблоны опасного поведения». Ниже выберите опцию «Выполнять действия», а затем нужное действие из раскрывающегося списка. В случае, когда включена опция сохранения истории активности программ, мониторинг активности предоставляет возможность выполнения отката действий, произведенных вредоносными программами. Эта операция может быть инициирована либо самим компонентом мониторинга активности на основе шаблонов опасного поведения, либо компонентами «Проактивная защита» и «Файловый антивирус». По умолчанию, при работе приложения в автоматическом режиме, откат действий производится автоматически в случае обнаружения вредоносной активности. Как вариант, вы можете задать действие, которое будет выполняться при каждом обнаружении вредоносной активности. Для этого в окне настройки параметров мониторинга активности в блоке «История активности программ» установите флажок «Сохранять историю активности». Далее выберите пункт «Выполнять действие» и задайте желаемое действие из раскрывающегося списка.